Мила Йовович поразила Канны откровенным платьем. Актриса появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в наряде с открытой спиной и глубоким декольте. Голливудская актриса Мила Йовович произвела фурор на Каннском фестивале, появившись на красной дорожке в откровенном наряде. Знаменитость облачилась в серое платье с открытой спиной и глубоким декольте. Об этом пишет The Daily Mail. 42-летняя актриса посетила премьеру фильма «Горящий» режиссера Ли Чхандона. По такому случаю она облачилась в наряд от Прады, который украшен по всей длине искусственным битым стеклом. Дополнила свой образ актриса эффектными сандалиями на шпильке и колье чокер. Ранее сообщалось, что модель Винни Харлоу продемонстрировала в Каннах эффектный образ в ярко-зеленом платье. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.